Дирижер взмахнул рукой, и яркие, чарующие звуки детских голосов полились сами собой. Во Владикавказском колледже искусств имени Гергиева стартовал региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. В нем приняли участие 24 хора со всех районов нашей республики. В жюри именитые музыканты Лариса Гергиева, Евгений Кириллов и Агунда Кукойте. В программе фестиваля произведения классиков и осетинских композиторов. В течение года каждый регион России отбирал участников. Лучшие хоровые коллективы продолжат борьбу за первое место в мае 2015 года на всероссийском этапе в Москве. Это мероприятие очень важно именно для наших певцов, для учащихся, потому что они могут показать свое мастерство, они могут показать понимание репертуара, который они исполняют. Они могут послушать звучание других хоров и тем самым определить свое место в культурной жизни, в частности, в хоровой культуре нашего региона.